здравствуйте. В эфире ЖКХ от А до Я. Коммунальная азбука для обитателей типовых многоэтажек и современных новостроек. Сегодня будем выяснять, как не попасть в долговую яму, не лишиться имущества или квартиры, не успев вовремя оплатить квитанцию по услугам ЖКХ. Вы знаете о своих долгах? Что у вас большая задолженность по ЖКХ? Да. Вы официально трудоустроились? Нет. Так, сейчас я буду производить арест имущества. Вы имеете право подать ходатайство в течение 10 дней и самостоятельно реализовать все имущество, которое будет арестовано в процессе. 200 тысяч долгов, накопленных за несколько лет. Свет, вода, газ и прочие коммунальные удовольствия. В итоге со всеми ценными вещами в квартире придется попрощаться, если таковые вообще найдутся. Ведь по статистике, злостными должниками по коммунальным услугам чаще всего становятся не самые состоятельные граждане. Однако есть и исключения из правил. Зачастую астрономические долги по услугам ЖКХ умудряются накопить и весьма приличные люди, те, которых точно нельзя назвать асоциальными элементами. У них хорошая работа, большие квартиры, машины, дачи и прочие социальные блага. К таким забывчивым новгородцам судебные приставы очень любят ходить в гости. Мы работаем с ними, пытаемся взыскать. Но у данных людей проще взыскать. У них можно наложить арест на имущество и реализовать его в счет погашения задолженности. Как правило, после первой встречи с судебным приставом исполнителем люди начинают платить и гасят свои долги. Они не хотят оказаться без имущества, поэтому долги проплачиваются. Мы намеренно начали, так сказать, с конца, чтобы сразу показать логический финал каждой такой долговой истории. Но, конечно, служба судебных приставов нагрянет описывать ваше имущество не сразу. У вас будет достаточно времени для маневра. На исправление ситуации дается 30 дней. За этот месяц можно оплатить просроченную задолженность без каких-либо штрафных санкций. Если же не успели, тогда начинают капать пени. Далее с 31 дня до 90 дня плата начисляется в размере 1/300 от ключевой ставки Банка России. Если и в этот период оплата не поступила, начиная с 91 дня, плата уже пени рассчитываются в размере 1/130 ставка от ключевой ставки Банка России. Что это значит? Это значит в два раза, примерно в два раза увеличится размер пени. Сумму штрафа рассчитать несложно. Предположим, долг за коммунальные услуги составляет 3500. Вы опоздали с оплатой на 12 дней. Умножаем сумму на количество дней просрочки. Делим на 300 и умножаем на 10%. Это действующая на сегодняшний день ставка рефинансирования. В итоге получаем 14 рублей начисленных пени. Цифра небольшая, но надо помнить, что каждый день она растет. И за несколько месяцев набежать может кругленькая сумма. Можно ли эти пени не оплачивать? Можно, но лишь в том случае, если ваша управляющая компания решила их простить и объявила амнистию. Коммунальная амнистия очень часто пользуются наши граждане при оплате задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Это вот такая односторонняя, добровольная, как бы, желание управляющей компании на какой-то период, с начисления исключить вот эти штрафы или пени. Управляющая компания к нам обращается, и граждане, они средства массовой информации обращаются, и граждане с желанием большим, надо сказать, оплачивают всю задолженность за жилищно-коммунальные услуги уже без пени. Коммунальная амнистия всегда строго ограничена по времени. Чаще всего управляющие компании проводят такие акции в декабре, чтобы дать шанс забывчивым жильцам квартир встретить Новый год без долгов. Правда, в минувшем декабре почему-то всего несколько компаний объявили о том, что прощают пени по квартплате. Зато все чаще коммунальщики в борьбе с должниками проявляют просто-таки чудеса изобретательности. Имена самых злостных неплательщиков могут обнародовать в интернете или прямо на входной двери подъезда. Некоторые управляющие компании не скупятся даже на билборды с фотографиями должников. Более жесткая мера – пытка по телефону. Каждый час неплательщику в трубку электронный голос напоминает о долге. Но дальше всех пошли в Татарстане. Именно там прозвучало абсурдное предложение – в наказание изымать детей из семей должников по ЖКХ. К счастью, идею эту никто всерьез не воспринял. Наши законодатели сочли это противозаконным. Но абсолютно на законных основаниях в процессе выбивания долгов с нерадивых квартиросъемщиков управляющая компания имеет право ограничить доступ к той или иной услуге. Но исключительно в квартире неплательщика. Отключить электричество всему подъезду, конечно, никто не имеет права.
Жилищный кодекс предусматривает о том, что жилищные компании вправе ограничивать потребителей в пользовании услугами. Это, соответственно, отключение света, уменьшение использования количества воды, отключение канализации. То есть управляющие компании вправе этим пользоваться. Если человек не платит за квартиру, хотя он обязан платить, соответственно, управляющая компания применяет к нему соответствующие меры. Причем самая действенная мера – это ограничение услуги водоотведения, попросту заглушка на канализацию, которая приводит к тому, что пользоваться туалетом становится невозможно. Один из вариантов – прибор с устрашающим названием «Анаконда». Он позволяет перекрыть канализационные стоки в отдельно взятой квартире дистанционно, через чердак или крышу. Опускаем свой прибор по видеокамерам, через монитор мы наблюдаем, ищем нужный нам отвод в квартиру должника. Вот после того, как мы, значит, нашли отвод, специально, значит, механическое устройство, заглушка вставляется в отвод в квартиру и глушится. Экстренная мера действует немедленно. Благодаря услугам механической анаконды неплательщики довольно быстро берутся за ум, вернее, за кошелек. Для того, чтобы оплатить свои долги правильно, без ошибок, специалисты рекомендуют обращаться в расчетно-кассовый центр по месту жительства. Если вы не знаете, где он находится, загляните в квитанцию. Там есть вся необходимая информация. Задолженность населения в основном оплачивают через расчетно-кассовые центры. Для того, чтобы они обращаются туда для того, чтобы уточнить, во-первых, размер задолженности, за какие месяцы, в каком размере, и там же можно сразу же и оплатить. Если вам не пришли платежные документы или вы обнаружили ошибку в квитанции, то в этом случае ваш путь снова лежит в РКЦ. Специалисты центра также помогут вам разобраться во всех начислениях и формулах подсчетов. Мы печатаем квитанции. Квитанции управляющие компании разносят по квартире съемщикам. Они получают квитанции, приходят к нам оплачивать. Приходят также с разборками, что-то кому-то непонятно. Нередко забывчивость или простая наглость одних собственников квартир неподъемным финансовым бременем ложится на плечи добросовестных плательщиков. Пережившая блокаду Нина Ивановна уже больше четверти века обитает в одной из комнат коммунальной квартиры на Корсунова, 36, корпус 2. С соседями Нине Ивановне повезло. Все 10 человек ответственные и исправно оплачивают квитанции. Чего нельзя сказать об остальных квартирах. Большинство комнат находятся в собственности, но там никто не прописан. Причем это не значит, что они пустуют. Практически все сданы в аренду. На эти комнаты у них только приходит счет за, ну вот как, ну вот за батареи, вот это самое, ну и там дом, там копейки получается у них. Им не начисляют ни воду, ничего, потому что там у них никто даже не прописан. А все остальное списывается на нас. Ну это же нечестно. Если часть жильцов, которым не приходят квитанции в силу того, что де юре комната необитаема, но при этом де-факто в ней продолжают мыться, готовить и смотреть телевизор, то общедомовые приборы учета это фиксируют. А потом вся неучтенка распределяется между теми, кто исправно платит. Вот и набегает у Нины Ивановны за комнату в коммуналке почти 3000 рублей в месяц. Не многовато ли? Это идиотизм в наше время. Если ты купил, так ты тогда пропишись туда или кого-нибудь пропиши, тогда на этого человека будут списывать воду. К счастью, с начала года вступили в силу изменения, касающиеся оплаты общедомовых нужд. Теперь они перешли в состав жилищной услуги и оплачиваться будут по нормативу. Все, что накапает и нагорит сверх нормы, отныне головная боль управляющей компании, а не жильцов. И это значит, что уже в феврале в платежках, которые придут Нине Ивановне и ее соседям, сумма должна серьезно уменьшиться. А так как долги теперь ни на кого не повесить, то коммунальщикам придется самим ловить за руку обманщиков. Нередко получается это сделать лишь при помощи судебных тяжб. Причем процедура взыскания долга по ЖКХ стала проще. Управляющей компании достаточно представить документы, подтверждающие задолженность, и суд в 5-дневный срок выпишет судебный приказ. После чего к делу уже подключаются судебные приставы. Именно им предстоит взыскать все долги с нерадивых жильцов. И полномочия у пристава практически неограниченные. Начиная с того, что ему не нужно ваше приглашение, чтобы войти в квартиру и описать имущество, и заканчивая возможностью списывать долги прямо со счета в банке. В
ходе совершения исполнительных действий пристав запрашивает информацию о должнике, о его имущественном положении. Нам отвечают банки о наличии у должника счета, и с этого счета мы имеем право списать денежные средства. Списать можно любые средства, кроме материнского капитала, пенсий, пособий, алиментов и социальных выплат. Матерые должники по коммуналке попадают и в черные списки АВИРа. Это значит, что покинуть рубежи родины у граждан с пониженной коммунальной ответственностью получится лишь после того, как они расплатятся по счетам. И совсем не важно, является ли эта поездка долгожданным отпуском или же плановой зарубежной командировкой. Но, конечно, до сих пор самым суровым наказанием для должников остается принудительное выселение. Правда, такая мера наказания может применяться лишь к тем, кто проживает в квартире на условиях социального найма. Если должник не платит более 6 месяцев за предоставленные ему услуги, то организация, наймодатель, в данном случае администрация города либо муниципального района, имеет право обратиться в суд с иском о выселении данного гражданина. Совсем без крыши над головой не оставят, но благоустроенную квартиру вполне могут заменить на хибару где-нибудь на окраине, где из благ цивилизации будут колодец, буржуйка да уличные удобства. Так что наш вам совет – не затягивайте с оплатой квитанций. В итоге придется заплатить втридорога. На сегодня все. Если вы что-то не поняли или не успели записать, то выпуски программы можно найти на сайте нашего телеканала. Продолжим разбираться в коммунальных хитростях в следующий понедельник. Увидимся!